Подпишись на канал. Торговая война США и Китая. 500-я крупнейшая в Китае фирма является первой жертвой торговой войны с США. Обанкротившаяся в Шаньдуне компания принадлежит Шао Джуньи, который когда-то был самым богатым человеком Шаньдуна. Дангсон Рисе Гроуп, крупный импортер сои, который в течение многих лет являлся 500-й крупнейшей компанией Китая, стал первой китайской фирмой, подавшей заявление о банкротстве, когда китайско-американская торговая война нагревается. Кросс-Тихоокеанская битва была последней каплей для компании, принадлежащей Шао Джуньи, когда-то самой богатой в провинции Шаньдун, согласно газете Nihon Keizai Shimbun. Новостная лента сообщила, что в этом году Sun Risi Group пострадали от двойного удара: рост цен на доллар, а в последнее время и рост цен на импортируемые соевые бобы в результате продолжающейся торговой войны. Ранее он страдал от падения спроса на корм для свиней. На прошлой неделе Sun Risi подала заявление о банкротстве в суд в графстве Юксиан в провинции Шаньдун после того, как отказалась погасить свои долги. Коллапс компании потряс многих, поскольку Шао Джуньи построил свою империю сои в крупнейшее частное предприятие по производству сои в Китае всего за 2 года. В 1994 году Шао основал компанию Sun Risi Group в качестве нефтехимической компании. В 2006 году он был в центре консолидации сектора растительного масла и вступил в бизнес сои в течение 7 лет подряд. Это было 500-е крупнейшее частное предприятие в Китае. В 2006 году сам Шао был самым богатым человеком в провинции Шаньдун и занял 230-е место среди богатейших людей в Китае от Forbes. Его компания имела оборот в 11,1 миллиарда долларов США. Но в последнее время Sun Risi столкнулся с нехваткой капитала и обратился за помощью к местным правительствам с краткосрочными кредитами для оплаты персонала. В 2018 году его привлекали местные финансовые лизинговые компании. Судебное разбирательство выявило жесткую финансовую ситуацию в компании, что привело к ее кончине, банкротству компании. Подпишись на канал.